А ложиться, к сожалению, не может. Было бы неплохо, если бы он мог ложиться. Было бы вообще здорово. Ну ладно. Так, а. Прыгает вот так. Ух, высоко. О. Аж на коленках прорисовываются эти дырки. Здорово. Не, ну вот. Молодцы, красавчики. О, кстати, вон, пистолет у меня висит. Все, что ты, какое оружие, все, которое там, вот, фигню всякую, ножи, пистолеты, винтовки, все это висит у тебя снаружи, и, то есть, если ты чела увидел, и ты можешь сразу понять, что вот чел, то есть, вот топор, там, винтовка, пистолет, ножа у меня нет, не помню, вот, все это видно. Так, ладно, настройки возвращаю назад, чтобы FPS приподнять. А так вообще, эге-гей. Так. Ну, о, все так. Еще разок, чтобы не думалось, да? А, ну все нормально, да? Так, вот. Блин, что-то вечере очень быстро вечерело. Смотрите, как тень движется от солнца. Обалдеть. Ну тут час к трем приравнен. Час реального времени к 3 часам игры. Да, быстро солнышко движется. И самый прикол в том, что ночью, небо, если звездное, от погоды зависит, оно реальное небо. То есть можно, по крайней мере, определить стороны света. То есть там найти большую медведицу, малую, соответственно, и... О, что там такое? К сожалению, нет бинокля здесь. Я правда не знаю, может быть есть, но сколько видео смотрел, ребята выкладывают. Вообще быстро движется солнышко к закату. Сейчас будет темно, черт побери. О, что такое? Тень какая-то текстурная. Интересно, вот если на максимальных настройках будет это или нет. Ну, немножко, конечно, да. Да, хрен с ним. На это можно не обращать внимания. Так, конечно, все здорово, великолепно. Да, и прорисовка почему-то не очень далеко работает. Вот те горы, они, в принципе, зеленые. И там и трава, и деревья, но их не видно. И, к сожалению, английский язык не знаю. Вот. Ну как, не знаю. Догадаться могу, но, ну, по-моему, здесь нет, вот как вот в Arma 3, там можно это прорисовочку добавить. То есть будешь видеть, охренеть, как далеко все камушки, все кустики, но FPS, естественно. Ой, ребята, как резко вечерело, блин. А такой чудесный вечер был, да? Так, на вот солнышко. Не знаю, говорят. О! Вообще прям на глазах опускается. Я тут так беспалевно стою. Да, и еще хрен знает. Блин, ну дорога, конечно, асфальт такой, все. Шикарно сделано. Ну как шикарно? В Day Standalone там тоже шикарно. Там, кстати, вот мне графика покрасивее. Кажется, в этом плане. Но она... Хотя они сейчас ее... Что это такое? Что это за... О, дождь! С какого перепуга? Небо... Небо чистое, и дождь пошел. И гром, главное, загремел. Нифига себе, здорово. Красиво.